Дорогие мои друзья, подписчики, всем привет! Сегодня в мастер-классе я предлагаю вам вместе со мной выполнить вот такое восхитительное торжественное колье из бисера и бусин. Мы с вами сделаем сеточку основу вначале, потом подсоберем, доплетая бисер, и, конечно же, разошьем и прикрепим замочек. Если вам нравится результат моей работы, продолжайте смотреть данное видео. Итак, друзья, что касается материалов, то они перед вами. У меня бисер черный и золотой, его размер номер 10, это чешский бисер фирмы Прециоза. Номер цвета 23980 черный и 01710 золотой. Плести буду на вот таких лавсановых нитках для бисероплетения. Мы с вами набираем вначале на иголочку 20 черных бисеринок. Набрали на иголочку 20 бисеринок черного цвета. Затем, друзья, набираем одну бисеринку золотую. 21 у нас золотая бисеринка. Одна. И затем после этого еще набираем 3 черные. Опускаемся по ниточке ближе к хвостику начальной нитки. И смотрите, пропускаем от края 3 бисеринки, пропускаем золотую, и после золотой бисеринки еще пропускаем 11 черных, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот эти все бисеринки мы с вами пропускаем и проходим вот в эту бисеринку. Она у нас 12-я после пропущенных 11. Вот так. Проходим снизу вверх. Подтягиваем 3 бисеринки черного цвета, одну золотую и 3 бисеринки черные. 7 бисерин набираем. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пропускаем. И в первую, в самую бисеринку входим снизу вверх. Затягиваем. Набираем 12 бисерин черного цвета на иголку. Набрали на иголочку 12 бисеринок черного цвета. Набираем на иголочку 6 золотых бисеринок. 6 золотых бисеринок. И смотрите, мы проходим, вот вышла у меня рабочая ниточка, которую я плету. Мы набрали с вами 6 золотых бисеринок и проходим, смотрите, снизу вверх вот в эту золотую бисеринку. Видно? Теперь набираем на иголку 5 золотых бисерин. 5 золотых бисерин и проходим вот в эту золотую бисеринку на дуге, но уже сверху вниз, вот так. Затягиваем, набираем на иголочку 7 бисерин черного цвета, набрали 7 бисеринок черных, так. И затем, друзья, мы с вами набираем на иголку 7 бисерин золотых. 7 бисеринок набрали золотого цвета. Смотрите, проходим вот в эту бисеринку золотого цвета снизу вверх. Затягиваем. Теперь набираем на иголочку, друзья, 6 бисерин золотых. 6 золотых бисеринок. И проходим, смотрите, вот в эту бисеринку золотого цвета сверху вниз. Подтягиваем. Набираем на иголочку 7 бисеринок черных, 7 черного цвета набрали. Далее одну бисеринку мы набираем с вами золотистого цвета и еще 3 черные. Вот такой полностью набор. Опускаемся вниз по ниточке. Смотрите, после золотой вот этой бисеринки одну, вторую, третью пропускаем. Проходим вот в эту черную бисеринку, она у нас центральная. Снизу вверх. Набираем на иголочку 3 бисеринки черные, одну золотую, 3 бисеринки черные. От золотой бисеринки отступаем 1, 2, 3, в четвертую бисеринку проходим снизу вверх, затягиваем. Затем набираем 12 черных бисеринок, набрали на иголочку 12 бисеринок черного цвета. Затем набираем на иголочку 6 бисеринок золотого цвета, 6 золотых. Проходим снизу вверх вот в эту золотую бисеринку. Набираем на иголочку 5 золотых бисерин. И теперь проходим вот в эту золотую бисеринку, но уже сверху вниз.
Затем набираем 7 бисеринок черного цвета. Набрали 7 черных бисеринок. И здесь же набираем еще 7 бисерин золотых. Опускаемся вниз по ниточке. И проходим, смотрите как, наоборот здесь, снизу вверх мы проходим вот в эту золотую бисеринку на вот этой петельке на начале. Затягиваем. Затем я набираю на иголочку 6 бисерин золотых. Набрали 6 бисерин золотого цвета. И проходим сверху вниз вот в эту противоположную золотую бисеринку. Затягиваем. И вот таким вот образом у нас с вами получается ажурное красивое колье. Затем, друзья, повторяем, набираем на иголочку 7 черных бисерин. Набрали 7 черных. Затем набираем на иголочку 1 золотую. И затем еще 3 черные. Пропускаем вот золотая. 1, 2, 3. Мы их не трогаем, пропускаем. В четвертую проходим снизу вверх. Затянули, затем набираем 3 черные, 1 золотую, 3 черные, вот так. И точно так же, смотрите, золотую пропускаем, 1, 2, 3 пропускаем и проходим четвертую черную бисеринку после золотой. Набираем 12 черных бисерин, набрали 12 черных бисерин. Затем набираем на иголочку 6 бисерин золотых. 6 бисерин золотых. Проходим, смотрите, вначале вот в эту золотую бисеринку снизу вверх. Затягиваем. Затем набираем 5 золотых и проходим в противоположную бисеринку золотого цвета, но уже сверху вниз. Подтягиваем. Затем набираем на иголочку 7 черных бисерин. Набрали на иголочку 7 бисеринок черного цвета. Затем набираем на иголочку 7 бисеринок золотых. Проходим иголочкой вначале снизу вверх, вот в эту золотую. Затягиваем. Здесь мы набираем на иголочку 6 бисерин золотых. И проходим уже сверху вниз, вот в эту золотую бисеринку. И вот таким вот образом, пожалуйста, друзья, проплетите необходимую вам длину для вашего колье. Так, друзья, после того, как вы проплели необходимую вам длину вашего колье, пройдитесь, пожалуйста, по верхнему краю и вставляйте вот здесь между бисеринками вверху по одной золотой бисеринке. То есть набираем, выводим иголочку с ниткой из верхних бисерин 8, набираем 1 бисеринку золотого цвета и проходим в следующие 8 бисерин черного цвета. Это немножечко подсоберет наше колье, нашу сеточку, но если вы не хотите, вы можете этот шаг пропустить. Ну что же, друзья, основную работу мы с вами сделали, и теперь у нас с вами имеется вот такая роскошная сеточка, основа для колье. Далее вы видите на моем коврики для бисероплетения я уже приготовила бусинки. Это вот такие замечательные граненые стеклянные бусинки риса. Вот так они выглядят. Их размер 6 на 4 миллиметра, друзья. И я предлагаю вам расшить колье, эту сеточку, такими бусинками. Я уже начала расшивать вот от уголочка. Вы можете начать расшивать как от центра, так и от края. Нам с вами нужно выйти, вывести иголочку из вот одной из золотых бисеринок. Я уже два фрагмента расшила и хотела бы вам показать, как расшивать. Итак, выходим из золотой бисеринки вот здесь, затем проходим вниз в черную ключевую бисеринку, затем набираем на иголочку одну бисеринку черную, одну бусинку и еще одну бисеринку. Если бы у нас с вами были бусинки, просто бусинки риса, не граненые, не стеклянные, с ровными краями, то можно было бы обойтись и без бисера. Но так как у нас острый край имеет бусинка, то мы надеваем перед и после бусинки по одной бисеринке.
И проходим, смотрите, вот в эту ключевую бисеринку черного цвета. Затягиваем. Затем снова набираем одну бисеринку, бусинку риса и бисеринку. И проходим, смотрите, раз, два, три, в четвертую бисеринку на вот этой нашей с вами дуге нижней. Она у нас центральная. Затем проходим снова через весь этот ряд, то есть через бисеринка, бусинка, затем ключевая на сетке. Подтягиваем. Затем опять бисеринка, бусинка, бисеринка, ключевая на сетке. И смотрите, проходим в золотую бисеринку, а также через все черные далее к следующей золотой бисеринке. Вот таким вот образом. Подтягиваем ниточку и вот таким вот образом вам нужно будет расшить все вот эти черные фрагменты на колье. Ну что же, друзья, полностью колье наше с вами готово. Вот такое оно сияющее и сверкающее, торжественное получилось. И теперь давайте поставим замочек. Я выбрала вот такой замочек тогл в виде вот такого листочка винограда. Также нам с вами понадобится пара одинарных соединительных колечек и инструменты. Берем колечко. Итак, друзья, вот такое колье у нас с вами получилось. Если вам работа понравилась, у вас все получилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылочке в описании. Там будут ссылки даны на материалы, из которых я создавала это украшение. Также я оставлю ссылку на вот эти замочки, на бусинки и, конечно же, на бисер и нитки. Ну что же, друзья, до новых встреч. Всем пока-пока!